Всем привет, друзья, с вами Карабаш 74, и сегодня мы с вами посмотрим на очередную гонку. Это КамАЗ-49252 Дакар. Он сделан в двух вариациях, не знаю почему в двух, но почему-то в двух. То есть вот я его скачал, этот мод из воркшопа, ссылка будет в описании на этот мод под видео. Лайк с тебя, естественно. Итак, у нас получается краулер, то есть я сейчас уже его тестанул. И, собственно, он едет кое-как. А вот этот вроде бы едет чуть побыстрее. Именно его-то мы возьмем. То есть краулер не будем брать. Поехали. Начать. Естественно, на улице будем испытывать. Где же нам еще? О, ремонтные части можно поставить. Нихера себе. Погнали. То есть без лишних предисловий. Это Дакар, и он уже был. И это гонка, я так понимаю. Поехали сразу на заправку, потому что бензина-то у нас, ну, собственно, солярочки-то у нас не очень-то и много. Вот, он уже берет в разгончик, достаточно неплохо. Стопы. Заправились. Все, едем на первое испытание. Сразу на искусственный трамплинчик. Начинаем в разгончик брать. Сирена работает, фары функционируют. В разгончик берем, чем больше скорости, больше получаем урона. Урона здесь 64 тысячи. Прыгает нехило вообще. Ты видал? Мы долетели почти до Талова. Больше, чем наполовину пролетели. Нормально вообще такой. Веселиться будем сейчас. Поехали. Ремонтные части установлены, но из бассейна, из того, дорога только одна. В никуда. То есть оттуда уже никак не вылезти. Поехали. Сейчас поедем на другие. Мы получаем кучу урона. Я думаю, знаете, еще пару передач ему не хватает. Но тогда мы будем получать урон еще быстрее. Где? Да, бочком он здесь валит и нехило. Стоп. Как я успел? Давайте отремонтируемся. У нас же есть 200 ремонтных очков. Тук-тук-тук, молоточком постучали, поехали дальше. Давайте разгоним его, я не знаю, по бетонной дороге, по асфальтированной. Иди, твою мать, сколько из него вылетает этого урона. Он действительно хорошо дрифтит. Итак, сначала краш-тест. Естественно, как же без него-то? Берем в разгончик. Кстати, камера. Камера есть, но непонятно где стоит. Я вижу чуть-чуть дорогу. А так мы летим. Лети, лети, птенчик. Красиво вообще. Вообще красота. Нам залили все битумом. Поехали. Отключаем свет для экономии электричества. Вдруг оно нам еще пригодится. Итак, берем в разгончик. Сейчас доедем. Вот именно на втором трамплине мы прыгнем в длину. Надо, знаете, надо какие-то метки, наверное, поставить. Какие-то небольшие разметки. Допустим, там столько-то метров, столько-то метров. Упс, чуть не болтыхнулись на бачок. Поехали. Полностью все врублю. Теперь все вырубаем. В разгончик. Давай, мы верим в тебя. Ух, красавчик вообще. А вот это не красавчик. Зачем ты упал на бок? Попробуем на нем подрифтить. Просто погонять. Солярка у нас вообще нескончаемая. 1000 литров. 1000 литров в данном аппарате соляры можно дрифтить бесконечно. Смотрим, что же на что же он способен. Уп. Знаете, мне что напоминает этот КамАЗ? Мне напоминает КамАЗ Дмитрия Романенко. Он тоже делал дакаровский КамАЗ. Но там он как-то, знаете, он пободрее был. Он прямо с места рвал, чуть ли не на дыбы вставал. Вот здесь не хватает именно вот этого.
Еще разок. Здесь он переворачивается. У Димона тоже переворачивался КамАЗ. Это я прекрасно помню. Но он не так часто переворачивался. То есть его можно было реально вывести с этого падения. Урона колоссально. Просто колоссально. Тут надо входить в управляемый заносик. Итак, кстати, дым-то у него валит. Когда даже он заглохший. Двигатель заглох. Но дым херакает только в путь. А с вами был Карабаш74. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на второй канал. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, в группу. Ставьте лайки. Комментируйте. Всем удачи. Всем пока. КамАЗ неплох.